Всем привет, с вами Прио. Спешу анонсировать для вас замечательный розыгрыш ключей на бета-доступ к дополнению Shadowlands. Да, мы прекрасно знаем, что дополнение Shadowlands выйдет довольно-таки скоро, осталось менее 2 месяцев. Но с целью того, чтобы пораньше пощупать это дополнение, можно просто взять и выиграть ключик. Всего будет разыграно 15 ключей. Это действительно хорошее и кайфовое число, довольно-таки нормальное в целом. Окей, что же касательно дней розыгрыша? Я не буду особо много говорить в этом видосике, кратко и по делу. Касательно каких-либо дней розыгрыша, все довольно-таки просто. Делить на 2 дня не особо хочется. Поделим на 3 дня, по 5 ключиков на каждый день. Пускай это будет 4 число, 5 число и 6 число. Замечательные, хорошие даты. Кто сможет прийти 4-го на розыгрыш, тот придет 4-го. Кто сможет 5-го, тот сможет 5-го. Кто сможет 6-го, тот придет 6-го. Все замечательно, все классно, с датами определились. Касательно времени. Пускай это время будет не особо позднее, но и не особо раннее. Я прекрасно знаю, что есть люди, у которых и плюс 7 часов по отношению к московскому времени. Такие люди сидят на стримах. И есть люди, которые сидят с московским временем. Поэтому пускай это время будет довольно-таки кайфовое для многих. А именно 14 часов по московскому времени. 2 часа дня. Окей, окей. Я думаю, довольно-таки хорошее время. Не раннее и не позднее. Каким образом будут разыграны ключики? Ключики будут разыграны викториной, самой обычной. Вы будете отвечать на вопросики, которые я буду задавать. И кто самый первый ответит в чатике Твича на заданный вопрос, тот и выиграет ключик. Все просто. Думаю, не нужно ничего особо пояснять касательно этого. Викторины проводятся давненько. Самую, наверное, такую первую викторину я реализовал на стримфесте 2019 года. И тогда тоже были разыграны довольно-таки классные подарочки от компании Blizzard, за что им огромное спасибо. И, как говорится, спасибо вновь за предоставленные 15 ключиков. Что вам нужно сделать? То есть зайти 4, 5, 6 числа на мой Twitch. Twitch будет указан в описании к этому видосику. Там и другие различные ссылочки есть, можете тоже посмотреть, с целью того, чтобы обрести новые знания. Заходите на Twitch, можете сердечко нажать, мне будет приятно. Ну и на другие ресурсы тоже можете подписаться. Вам не сложно, мне приятно. 4, 5, 6 число, повторю еще разочек, в 14 часов по московскому времени. Каждый день будет разыграно по 5 ключиков. 5 интересных вопросов. Какие-то вопросы будут по игровой механике, какие-то вопросы будут по лору. Например, как называется стартовая локация людей? И вы такие: «Элвинский лес». Ну, это самый простой вопрос, его, конечно же, не будет. Вопросы будут немножко закрученные. На некоторые вопросы нужно будет подумать. Да-да-да. Окей, на этом монолог можно заканчивать. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте про ссылочки в описании. И пусть победит сильнейший. А, окей. Пусть победят сильнейшие. 15 же ключей. Точно.